Абсолютно ясный вопрос. Мировая практика, визовой режим, который определяется государством для того, чтобы внутренняя политика, в том числе трудовая миграция, были отрегулированы. Введение визового режима к тем странам, которые сейчас являются для нас проблемными в части поставок тех, ну, там, миграционных потоков, которые являются для нас проблемой, на самом деле это большая проблема, с которой мы столкнемся, и обе стороны будут страдать, и коренные жители, и приехавшие на власти должны отрегулировать. Визовой режим, другого регулятора нет. Все остальные уловки ограничить, штрафы наложить, или там какие-то авансы получить, там какие-то залоги, мне кажется, это неэффективным. Есть нормальный, в международной практике, опробованный, проверенный, вполне соответствующий правам человека визовой режим, который четко будет работать и регулировать этот вопрос.